Всем привет! Вы на канале Саша Мали. Сегодня будет птички. И сегодня наши птички будут прыгать в снег. У нас есть вот такие баллончики снег-спрей. Мы будем делать снег. Наши птички будут прыгать в снег. А потом мы в этом снегу будем искать сюрпризы. Да, Сашуля? Начинаем! Баллончик нужно потрясти. Птичек мы пока уберем. Снимаем защитную штучку. Трясем, трясем, трясем. И пробуем. Что же у нас будет получаться? Вот такой снег. Еще трясем. Мы надеялись, что снега будет больше. Давай, мы поставим сюда птичек. И птички у нас будут в снегу. Саш, потрогай, он холодный? Нет. Да. Холодный, сильно холодный. Сколько снега! Мы думали, конечно, что снега будет намного больше. Да, Сашуля? Там уже нет. Птички у нас совсем замерзли, они все в снегу. Давай, давай. Соберем здесь вместе и попробуем что-нибудь слепить. Попробуй что-нибудь слепить. Вот сколько у нас снега, и он холодный. Делаем комочек. С четырех баллончиков, конечно, мало снега. Мы надеялись, что будет снега очень много, да, Саша? Вот. В принципе, он холодный, но на снег не больно похож. Вот, он даже тает. Наши птички, наших птичек совсем залило снегом. Улетела. Сашуля, пойдем отмывать ручки. И раз уж не получится поискать сюрпризы в снегу,
то мы будем сюрпризы открывать просто так. Мы помыли ручки, отмыли птичек, и раз уж у нас снега-то не получилось, баллончики нам попали со снегом, ну какие-то неправильные, и снега у нас нет. И мы решили поискать сюрпризы в таких матрешках. Сашулик, открывай матрешки и смотри, что какие сюрпризы у нас попались. Чупа-чупсы. Чупа-чупсы. Здесь чупа-чупсы Angry Birds со вкусом клубники. А вот такие птички. И здесь у нас птички. Это такие шипелки, которые шипят во рту. Давай откроем. Открывай. И посмотрим, что там внутри. Там вот такие вот шипелки и еще стикер с птичкой Angry Birds. Вот такой стикер. Это не наклеечка, просто. И у Саши вот такой стикер попался. Ну давай, открывай свою шипелку. Давай мы тебе ее. Давай ротик. Ну-ка попробуй. Шипит. Открывай ротик. Шипит. Ну-ка. Да, она щелкает во рту. Такой вкусный лимонный вкус. Открывай вторую матрешку. Что у нас там? Папочка. Показывай. Жевательная конфета клубника яблоко. Тоже Angry Birds. Да, вот такая. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, какие там конфеты. Конфеты Angry Birds. Вот такие, красота. Открываем конфетки. Ты какую будешь открывать? Я открою зеленую. И посмотрим, какие у нас конфеты. Вот такие зеленые. Сейчас, Саша, я тебе помогу. Вот такие зеленые конфеты. Вот такой упаковочке со вкусом яблока. Давай, Саш, посмотрим. Розовые. Будем открывать? Саш, зелененькие со вкусом яблока. Попробуй. А здесь у нас розовые. Какой-то лимонный. Нет, он зеленое яблоко. Чуть-чуть кисленькое. Но вкусно, да? И здесь розовые. Пробуем розовые. У розовых розовые вкусно пахнут, клубничные. На вкус как тебе? Клубничный вкус. Сладкие? Тоже слегка кислые, да? И открываем самую большую матрешку и смотрим, что же у нас там. И что у нас там? Как я хотела. Как ты хотела? И что же это такое-то? Это у нас Marmel Show. Да, как я хотела. Вот такие штучки. Мягкий мармелад.
Открываем и показываем. Вот такие штучки. Ну, как тебе, вкусно? Угу. И чем они тебе были интересны? Вкусные. Угу. Давай посмотрим, сколько их здесь. Много, много. Вот их здесь столько, они разноцветные. С начинкой внутри. Мягкие. Мне не очень, а Саше нравится. Ну вот все. На сегодня мы сворачиваем свою деятельность. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Саша с Малик. Пока-пока. Пока-пока.